Нам всем кажется, что если, ну, скажу, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже, руки ищут затылки над обрубками шеи, туловище жмут с грудными клетками к стенам, не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит, и для тулова тоже подыщут ящик, станет стан обезглавленным, в нем лежащий почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в инстаграме лайка от принца, ждет от черной пятницы низких цен. Мерно цокают копытца по улице, вентер демонстратов, мальчики, коллеги обсуждают рецепты, подружки, умницы, мне до заблокированной телеги. Она завтра купит в Меге наборчик лего для племянника на его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей. Что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада. Звездно полосата на сата бисата. Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом. Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей. Все как у перестань, если кипиш реально начнется, что будет, представь, если тут тебе не мёд, так пиздуй ты достан, хули ты все надрываешься в натуре, достал, от дерьма на вентиляторе дышать не легче, лежаху на респираторе прижать покрепче, без тебя хватает справа орать легко, все знают, как не надо, как быть, никто болит, чем никто, меча клоунада, у каждой фамина монады, ума палата, и на вкус свои взгляды, а ты что-то пиздишь, многовато нам путь, для заводника решим, а супер склепом бар. Протест не в затяг, бунт в соцсетях, пляски по чужую дудку на чужих костях. Лучше бы шишек газпромовских развлекал, прожиртом за газетям, суперных это дудак. Мир однокомнатных квартир, замещенным санузлом, микрофон за 100 рублей, самопальное музло. Ты же выбрался оттуда, значит повезло. Так фильтруй базары, мощный щиту число. Уютная коробка мещанского райка, лубочные картинки про счастье дурака. Типичные сюжеты культуры, суррогат, душонка по дешевке, а шкура дорога. Но ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно, что ли, живется без пиздюлей, пока кормят, ешь, пока поет, пей.